Здравствуйте, друзья! Хочу с вами поделиться красками осени. И зелеными, и желтыми, и вот такими красными. И это барбарисы. Летом как-то вот они скромненько, хотя смотрятся в композиции шикарно. Но сейчас первая скрипка – это за этими чудесными барбарисами. Один карликовый, вот такой низкорослый. Посмотрите, какое это маленькое чудо. Вот просто чудо. Если мы заглянем внутрь, то увидим не только красную внешнюю сторону, а вот там желтенькое листва. За счет того, что она внизу желто-оранжевая, куст изнутри подсвечивается. Вот такой тоже краснолистный шикарный барбарис. Итак, что же входит в эту композицию? Казацкий можжевельник, вот он с краю. За ним на втором плане лиственница плакучей формы на штамбе. Рядышком туя складчатая сорт филиформис. Здесь три барбариса с красной листвой. Дальше второй план, даже, наверное, третий уже или четвертый, создает пузыреплодник дьявола. Туя западная смарагд, вот такая красавица. Шарик мистер боулинг болл. Ну и для такого, для куража я поставила вот такую маленькую фигурку ангелочка. Спящего, сонного, который дает вот этому уголку поистине сказочное дополнение. Вот такой уголочек в своем саду сделать очень просто, недорого и получается очень красиво. Все эти растения есть в продаже в нашем садовом центре «Северин». Звоните нашим менеджерам, звоните на телефон 8 800 249 81. Ну а если вдруг у вас нет полета фантазии, или вы еще пока начинающий садовод, не знаете, как что правильно сделать, мы оказываем полный комплекс услуг по ландшафтному дизайну. От самого маленького экспресс-ландшафта, совершенно недорогого, до хороших масштабных серьезных проектов. Обращайтесь!